Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Катя Флэш. Я бывший Смэш. Дмитрий, как вам танец? Ну, мне кажется, Катенька, что не убедили вы меня, вы неустойчивы, вас тащит в разные стороны, у вас нету точек. Вы только встаете и сразу падаете. Нету фиксации какой-то. Мне вот это, на это я обратил внимание, этого мне было достаточно, чтобы сказать нет. Раду, не было фиксации? Вам тоже показалось? Да дело не в фиксациях на самом деле. Мы же тут не про позы, мы тут про жизнь в танце. Катюша, понимаешь, что дело? Точно забуду твое соло через 20 минут. Оно потеряется в тысячах других таких же соло. Но нет своего лица пока. Ищем свое лицо, одеваем, ищем в душе себя и приходим еще. Пока точно нет. Алла Духова. Знаешь, танцевала так школьненько и без напора, понимаешь? Вот. Поэтому пока нет, но перспектива у тебя есть 100%, пока нет. Вячеслав, ну, напутствие, что изменить? Я думаю, что, с чем приходить в следующем году? Что вас сгубила постановочка ваша. Потому что если бы было интересно сделано, то хотя бы номер Раду бы запомнил минут на 25, а не на 20, понимаете? А постановка была слабой, вы, видимо, ее сами делали. Да. Понимаете, если у вас нет импровизации, фристайла, значит, нужно обратиться к хореографу, если вы не хореограф. Может быть, в этом была проблема. Если бы вы немножко постарались в этом плане, тогда бы результат был другой. Спасибо большое. В любом Спасибо случае... тебе, Катечка. Конечно. Но я думаю, что замечание от таких профессионалов это дорогого стоит. Я уверен, что ты... Спасибо. Есть над чем работать. В будущем обязательно себя еще покажешь. Спасибо большое. Спасибо тебе. Ваши аплодисменты. Катя Флэш.